Друзья, всем привет! Возобновляем движение на канале, тренировки возобновляем, готовимся к зимнему сезону. И сегодня я вам покажу отличное упражнение на все группы мышц. В виде челленджа я его сделаю. Необходимо 50 повторений за максимально быстрое время сделать. Переходим к упражнению. Для выполнения упражнения необходимо TRX петля. Сейчас я покажу по технике, как нужно выполнять упражнение. 50 раз необходимо выполнить за максимально быстрое время. Показываю по технике. Вставляем ноги в стропы. Принимаем упор лежа на локте, на локтях. То есть вот такая исходная позиция. Одна линия, ноги, спина, все одна линия. Не прогибаемся. Поясницы не поднимаем, таз наверх. Вот из этого положения мы поднимаемся на руки и делаем складку. Возвращаемся в исходную позицию. Необходимо сделать, еще раз повторюсь, 50 раз за максимально быстрое время. И я сейчас попробую выполнить свою попытку. Финиш. Друзья, получилось 3:09. Пробуйте выполнить этот челлендж. Возможно, у вас получится быстрее. Если получится быстрее, пишите в комментариях. Да неважно, даже если и время похуже, в любом случае пишите свой результат. Будет интересно почитать. Всего желаю удачи, занимайтесь спортом.